Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононов Антон и Кононова Анна. И сегодня мы с вами покажем ряд вещей, которых нам понравился, которые мы оставляем. Мы безумно благодарим компанию Faberlic за то, что она предоставляет нам такой широкий выбор. И бизнес компании Faberlic — это реально просто, просто потому что вы легко можете... Если вам не надо много порошка в дом для стирки, легко можете одеваться в классную одежду и, конечно же, можете покупать декоративную косметику, средства гигиены и так далее, и так далее. Ну что ж, давайте с вами приступим. Хочется мне для вас показать такую классную вещь, как кофточка для мужа. Мы ее приобрели вот буквально вчера, он ее забрал. Нисколько я не пожалела, что она пришла. Она легкая такая, приятная. Это трикотажная толстовка для мужчины. А внутри идет такой ворсик. Да, как бы вот такой вот, видите? Ворсик такой, да, вот. Еле-еле такие заметные петельки. Да, как вы видите, все пошито качественно, хорошо. Единственное, что вот мне кажется, что рукава немножко тонковаты. Мы ее покупали ходить с безрукавочкой. В рукавах тоже есть небольшой начесик, как вы видите, но она не такая теплая, как бы мне хотелось. Она очень мягкая, приятная на ощупь, классная. Давайте с вами посмотрим состав. Состав, так, ткань первая, спинка рукава, это 100% хлопок. Но все понятно, почему она такая классная. Ткань вторая, полочка, 98% полиэстер, 2% эластан. Это вот эта вот полочка. Смотрится классно, большие, хорошие, удобные карманы. Крупная молния, пластмассовая, кстати. А тут есть утяжечки для капюшончика. Капюшон внутри черный, снаружи серый. В общем, такая вот классная вещица. Также я вам покажу штаны, которые входили в комплект. Антоша пока одевает. Да, покажу штанишки, которые входили в комплект. Тоже классные. Есть карманы, широкая резинка, утяжечки внизу. Идет, мы его еще не гладили. Будем при вас мерить первый раз. Да, тут вот есть немножко нарекания. Сшито. А, ну это просто ниточки. Все поняла. Просто ниточки вшились лишние, да. То есть внизу идет резиночка. Далее, значит, пояс широкий и по бокам точно такой же вот, да, составчик, как и на лицевой стороне самой кофточки. Это у нас с вами идет трикотажные брюки для мужчины, цвет темно-серый меланж, артикул 192-682, размер 56. И также состав, ткань первая, это основная ткань, это 100% хлопок, вот это вот серенькая, 100% хлопок. И ткань 2, это вот лампасы, да, 98% полиэстер, 2% эластан. Вещь тянется очень хорошо, вот, и внутри также есть начесик, да, как вы видите, ворсик, начесик, как его назвать, да, такой легкий-легкий, маленький-маленький, так же, как и на... кофте, да, так же, как и на кофте. Следующая красавица — ветровочка. Мне она очень понравилась на муже, как она сидит классно, здорово, да. Вот посмотрите на нее сами, тоже глубокие карманы, очень удобно. Жалко, что нету тут пуговки, чтобы оно застегивалось, все-таки это уличная вещь. Да, давайте с вами читать состав. Итак, это куртка без рукавов, жилет утепленная для мужчины, артикул 192-601, цвет черный, размер 56, значит, сразу скажу, у мужа животик 117, рост 187, вот, далее, значит, цвет черный, размер 56, ткань первая, 100% нейлон. Антох, нравится? Да. Да? Ну, сейчас мы покажем Антошку. Он уже довольный стоит. Ну, вот видишь, как здорово. А ты говорил, хватит мне вещей. Вот. Размер, значит, черный. А так, минутку. Ткань вторая, 100% полиэстер. Стоп. И 100% полиэстер. Да, это вот это вот спереди. Да, вот смотрите, какая она внутри. Удобненько, хорошенько. Да, то есть все здорово, все классно. Есть аннотация, как она стирается. Да, то есть тут... Все правила указаны. Тоже здорово, тоже классно. Сзади
Замочек железный, кстати. Бегунок тоже железный. Сзади она смотрится, да, тут, то есть коричневая вставочка идет, остальное все черненькое. Три полосочки, да. И воротничок-стоечка. Ну, давай, Антошка, посмотрим на тебя. Твой костюмчик. Что скажешь? Удобно. Мал, велик. Как раз. Как раз, да? Прям здорово. Давай постараюсь камеру сделать дальше. Угу. Ну да, здорово, конечно, классно. Мне нравится, мне очень нравится. Прям великолепно, да? Ну и брали мы его, чтобы носить с этой ветровкой и с коричневыми кроссовками, да? Помните, в прошлом видео Антоха сказал, что ему не нравится коричневые, да, что не с чем носить. Вот, и я вот постаралась заказать. Капюшончик, я думаю, можно достать или оставить. Не знаю, ну давай посмотрим пока. Ну, классно, конечно, да, здорово. Ну, прям села на тебя. Великолепно, мне нравится. Да, то есть вот и сбоку можно посмотреть. Повертись, Антош. Ну, что скажешь про эту штуку? Ну, удобно. Про жилет. Удобно? Да. А на вид как? Хорошо, тоже нравится. Нравится, да? Ну да, прям села тебе по размеру. И вот как раз с этими, с коричневыми, будет здорово смотреться. Да, то есть, ну, костюм тоже классно сел. И не малый, не велик, не врезается никуда, и не болтается, и не висит. То есть вообще здорово, да? Также мне бы хотелось вам показать на себе вот такую вот вещичку. Как вы видите, еще не глаженная, только с упаковочки. Тоже смотрится классно. Как все недостатки фигуры прямо исчезли под этой кофточкой. Я как будто стройненькая, да? То есть тоже красиво. Тоже здорово, да, туфельки я купила новые, очень мне очень понравились туфельки, прям в восторге. Антоша, зачитай, пожалуйста, артикул, вот, прям великолепные, я, вы знаете, не постесняюсь этого слова, они шикарные, они крутые, они клевые, да, и, конечно же, вот обычно узкие джинсы, которые я заказала 50 размера, да, ну вот, не знаю, наверное, надо было 48, потому что в талии вот с легонца они великоваты. Но у меня есть поясок, я буду поясок заказывать, и все, в принципе, будет здорово. Ну вот, образ, осенний образ к пальтишку, носить пальтишко готов, да, то есть мне все очень-очень понравилось. Давай я сама попробую. Вот, да, то есть вот такие вот туфельки идут на завязочках, да. Это идет цвет хаки, размер 38, артикул 88881, 4 восьмерки 1. Состав тут идет искусственная кожа, подкладка искусственная кожа, стелька искусственная кожа, подошва тунит. Вот такие вот великолепные туфельки. Прям безумно классные, они мне очень-очень понравились, дорогие коллеги, дорогие зрители этого видео. Они очень удобные, они комфортные. С ними ножка вообще, вот знаете, нисколько не устает. Такое чувство, что, вы знаете, я в них весь день вчера ходила по торговому центру. У меня такое было чувство, что я хожу в чешках, а не в туфлях на каблуках. Каблуки абсолютно не чувствуются. Единственное, что я с чем с вами хочу поделиться, это то, что они мне немножко длинноваты. Длинноваты из-за чего? Из-за того, что у меня длина стопы это 37 размер по меркам Faberlic, а ширина стопы это 38 размер по меркам Faberlic. И получается, что я заказываю 38, чтобы ширина ножки вошла, и у меня не получилось заказать меньше, потому что я знаю, что нога не войдет. Ну что ж, дорогие коллеги, вот такой вот был классный заказ. Я довольна всем. Кофточку уже эту я снимала. С вами была Кононова Аня, Кононов Антон. Желаем вам удачи, роста, везения, во всем вдохновения. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Были рады вам показать свои обновки от компании Faberlic. Надеюсь, что девчонки тоже будут одевать своих мужей, потому что отзывов очень много именно на Антошку идет, потому что все думают, что одежда, она не подойдет, если у там у мужчины есть животик или еще что-то. Вы знаете, великолепно сидит.
великолепно стройнит и вообще обалденно смотрится все на моем муже. Мне вот прям очень-очень нравится. Так что всем пока-пока!